назван точный диагноз певца и композитора Вячеслава Добрынина, с которым артист борется на протяжении 2 месяцев. Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин оправился после тяжелой болезни. И судя по внешнему виду артиста, борьба за жизнь ему далась нелегко, он заметно похудел. Напомним, в октябре сообщалось, что музыкант перенес микроинсульт. Однако позднее стало известно, что ему диагностировали транзиторную ишемическую атаку, которая приводит к повреждению тканей головного мозга. Эту информацию раскрыл близкий друг Добрынина Лев Лещенко. Чтобы исключить распространение болезни или же возможность инсульта, пациенту требуется длительная реабилитация. Именно поэтому всерьез напуганный своим состоянием артист стал следить за своим здоровьем. Как признался Добрынин в эфире программы «Ты не поверишь», он даже отказался от вредных привычек и соблюдает специальную диету. Помогает справляться с болезнью артисту его жена и теща. «У меня была борьба за здоровье, возраст, сами понимаете. Надо было пройти это испытание. Теперь я в строю и работаю. Год был сложным, уходили популярные люди, их было много, а лучше бы мало. Я про себя тогда подумал, надо уцелеть в этом году, чувствую я себя сейчас неплохо, до этого было хуже. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы прийти в норму к Новому году. Я здоров, я одной рукой 100 кг поднимаю», заверил всех Вячеслав Добрынин.